Ученые приняли неизвестный сигнал из космоса. Специалисты считают, что сообщение может быть создано искусственно. Определить источник сигнала пока не удается. В Международном центре радиоастрономических исследований приняли необъяснимый сигнал из космоса. Об этом сообщает Science Alert. Принятый сигнал пришел из глубины Млечного Пути и частично отбился от Луны. Его зафиксировали также наземные станции. Мнения ученых касаемо принятого радиосигнала разделились. Одни считают, что это космическое излучение, которое является эхом большого взрыва. Другие специалисты считают, что сигнал создан искусственно. Сейчас астрономы пытаются определить природу принятого сигнала и его источник. Накануне европейская миссия стартовала к Меркурию. Ракета-носитель Ириан-5 доставит к Меркурию 2 орбитальных аппарата. Также астрономы нашли аномальные планеты, возраст и размер которых значительно отклоняется от нормы. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал и HTTPS://micrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.